Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, и находитесь на канале Афанак Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем Don't Swag on Me, Don't Swag on Me, наверное, скорее всего, и Young Zuko Yelka. Короче, это платный заказ, естественно, да, ссылочка, ну, вы также, короче, можете сделать, ссылочка на Twitch в описании, там на донатальнице, в общем, вся хуйня, вы шарите. Вот, спасибо большое, парни, что задонатили, очень приятно. К сожалению, ваш заказ выполняется в таком формате, не очень удобном, я даже в куртке, потому что мне пиздец холодно уже стало. И короче, сейчас будем слушать ваш трек таким образом через колоночку, потому что у меня наебнулся комп, и поэтому приходится так. Но это как бы, извините, да, я надеюсь, не повлияет. Сейчас мы заценим ваш трачок, может быть, даже добавим ваш бас во фрешмены, посмотрим, и как оно дальше будет. Я так понимаю, это не совсем популярные типочки, хотя, ну, 4000 прослушиваний, нихуя себе, блядь. Круто, круто, бро. В общем, и даже не факт, что они это заказали, но может быть, это они, может не они. В общем, предлагаю уже слушать, потому что особо говорить нечего, просто вот такой формат не совсем удобный, я прекрасно понимаю. Ты хорошо устроился, становись автокурьером. Я уже автокурьер. Слушаем, смог, yeah. Так, окей, сразу скидос, пока что такое. Тишины. Прикол. Я бы запретил свой заказ так слушать свои треки. Ну, бро, блять, у меня нет другого выбора, к сожалению. Точнее, есть, но сегодня решил, подумал, что такой формат будет прикольный, и надо все-таки заказы люди ждут, поэтому сори. Короче, что могу вам сказать? В целом, неплохо. По свидосу у меня есть, конечно, некоторые вопросы. Звучит как будто немного приглушенно. Ну, ладно. Неплохой второй куплет. Неплохое разнообразие даете. Сэмпл, да, стрельнули. Подстрельнули из-за сэмпла. Да, сэмпл узнаваемый, не знаю откуда, но что-то было, да. Что-то было. В целом, что вы думаете? Добавлять их или нет? Как будто нет. Как будто нужно еще что-нибудь у них послушать. Если вы вдруг хотите, можете еще платно что-то заказать. Пока что рановато, я считаю, пока что рано что-то говорить про вас. Ну, неплохо в целом для того, что я сейчас услышал вас первый раз, я не знаю, ну-ка давайте вот даже сейчас проверим. Захожу к первому челу. У меня последний релиз был, когда... А, ну у него 3 релиза всего лишь, это вот третий. Для третьего релиза в целом норм. В целом норм для третьего релиза, а у второго чела... У него даже уже что-то успело выйти, прикиньте. Но у него... А, ну у него в целом та же ситуация. Да, только там альбомчики у него выходили. Ну, прикольно. В общем, что могу сказать? В целом, будущее у вас, я думаю, есть. Вы интересненькие довольно. Ну, типа, звучит прикольно. То есть в этом что-то есть. Но мне пока что не нравится качество. Ты что в куртке? Мне холодно, потому что. Вот. В целом,
целом, то есть неплохо. Парни, желаю вам успех, удачи. Можете еще донатить, если вы хотите, чтобы я еще какой-нибудь ваш трек послушал. Потому что, думаю, вас в теории можно будет добавить потом, если мы еще что-нибудь послушаем. И будем уже ваши следующие треки слушать бесплатно. Но это уже ваше дело, как бы можете донатить, можете не донатить. То есть это неплохая работа, добавлять рано. Качество мне не нравится, но довольно интересно. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Спасибо большое. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Как бы телеграм, твич, вся хуйня. С вами был я, Афана, были на канале Афанов Мьюзик. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.